Разработанный в сотрудничестве с ДНБ Нордбанка проект был реакцией на начавшийся экономический кризис. Позиционировать истории успеха во время кризиса и тем самым вдохновить жителей Латвии на достижения. Такая цель была поставлена перед проектом «Латвия может». В 2008 году газета «ДНС Бизнес» и Первый канал латвийского телевидения начали цикл публикаций и передач о латышах, добившихся признания в своей отрасли и несущих имя Латвии в мир. А в 2009 году концепция проекта была обновлена и дополнена историями людей, сумевших в Латвии создать продукты, привлекшие внимание за пределами нашей страны. В конце 2009 года по инициативе латвийского телевидения было организовано особое мероприятие «Чествование героев проекта» с участием президента Латвии Валдиса Затлерса, председателя Сейма Гундара Даудзе, министров, руководителей крупнейших предприятий Латвии и других видных лиц. Церемония «Чествования героев проекта» проходила в Национальной опере Латвии и незадолго до Нового года транслировалась латвийским телевидением. На протяжении 2009 года с каждым месяцем росла аудитория телепередачи «Латвия может». 36 передач проекта просмотрели более 3 миллионов зрителей, а за заключительной трансляцией 31 декабря наблюдали 178 тысяч человек. За тот же период газета «ДНС Бизнес» опубликовала 23 вдохновляющих истории успеха латвийских предпринимателей, а в интернете интервью с ними прочли почти 70 тысяч жителей Латвии. В рамках проекта в 2010 году «Прае Сабедрискас Атецибас» совместно с экспертами ДНБ Нордбанка продолжает поиск его потенциальных участников. Продюсерское объединение «Лабвакар» готовит передачу «Латвия может», транслируемую каждый понедельник в вечернем эфире Первого канала латвийского телевидения. А команда журнала «Летештя Дена» продолжает публиковать интервью и рассказы о предприятиях и их руководителях.